Правая рука для студентов любого курса – это усовершенствованный сайт Казанского федерального университета. Наверное, самый важный критерий – это то, чтобы наши электронные помощники всегда шли в ногу со временем. И сайт Казанского федерального не исключение. У электронной версии университета вышло обновление, которое значительно упростило его использование. Время не стоит на месте, всему свойственно меняться и улучшаться. Новые технологии с каждым годом становятся все доступнее и удобнее для использования. Каждое обновление направлено на то, чтобы упростить работу человека. Электронная версия Казанского федерального университета также была изменена в лучшую сторону. Для чего это было сделано и какие новые фишки появились у сайта, нам расскажет директор департамента по информационной политике Казанского федерального университета Абдуллина Лейса. Это было закономерное решение, потому что последний раз, когда обновлялся наш сайт, это происходило более 3 лет назад, уже изменились и требования, тенденции, тренды новые появились. Соответственно, мы приняли решение, что вот именно сейчас, в начале нового учебного года, самое время обновить сайт для того, чтобы порадовать и коллег, и студентов, и мы в него, в этот функционал положили очень много интересных разных фишек, скажем так, новых задач, которые, если сейчас внимательно изучить сайт, вы сразу их увидите. Также Лейсан Абдуллина отметила, что теперь на главном сайте можно найти университетскую клинику, 3 школы от университета, активный блок новостей, отдельную графу с днями рождения преподавателей, календарь с актуальными событиями и блок, которым и студенты, и преподаватели могут поделиться своими мыслями. Полина Корнеченко, Кирилл Мукаев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.